Не везет? У меня есть решение. Что все это значит? Приключение, риск, опасность и сокровища. Я люблю приключения. Те, у кого есть время и деньги, могут получить незабываемый опыт. Продолжай. Главное — скрытность, Мисте. Мы не можем рассказывать всем, где лежат сокровища. Но прежде, у всего есть цена. Заплати, и получишь табличку со всеми сведениями. Вот, держи. Прекрасно. Это тебе. Табличка приведет тебя к несметным богатствам. Что? Просто скажи... Табличка все расскажет. Что это значит? Смотри на табличку и следуй указаниям. Я выполнил свой долг. Награда ждет у восточного берега Китеры на острове Диаковти. Не везет? У меня есть решение. Нашла. Да я ему шею сломаю! Надеюсь, меня еще не заметили. Ah!
чем дело? Сундук был пуст. Не может быть. Ты точно умеешь читать таблички? Клянусь, в сундуке должно быть сокровище. Почему ты так уверен? Я положил его туда. То есть... Малака. Эмпидокл поведет нас навстречу богам. Он знает путь. Поклоняйтесь ему. Что здесь происходит? Хвала Эмпидоклу, Мистия. Я не опасен, в отличие от этих жриц. Помоги, мой бог велик и богат. Его бог Малака, оскверняющий святую землю Афродиты. Жрицы справятся без тебя. Богат, значит? О, да. Эмпидокл вознаграждает по заслугам. Эти жрицы заточили его в крепости. Он бог и достоин поклонения. Тебе угрожает толпа, но ты хочешь, чтобы я спасла его, а не тебя. Твоя вера сильна. Лишь Эмпидокл может привести нас к своим братьям и сестрам на Олимп. Он намного важнее скромного слуги. Ты ведь не собираешься помогать этим безумцам. Это против воли Афродиты. Если их устами говорит Афродита, тогда моими все три головы Цербера. Пора спасать бога. Наверное. Как знаешь, Мистия, но даже ты не можешь быть в двух местах разом. Не страшно. Хочешь узнать еще что-нибудь? Где найти твоего бога? Его держат в гавани Скандея, в одной клетке со скотом. Это позорно для любого бога, а для того, кто не ест мясо, позорно вдвойне. А как я его узнаю? Возможно, там держат и других. Стражники его раздели. Но узрев дар Эмпидокла, ты перестанешь сомневаться в его божественности. Какой дар? Скажем так, поймешь, когда его увидишь. Мне все ясно. Я вызволю Эмпидокла. За меня не беспокойся, Мистия. Твоя помощь. Нужна Эмпидоклу. Вот он где. Эмпидокл поведет нас навстречу богам. Он знает путь. Поклоняйтесь ему. Крепость Муракс. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Не зайди, дитя Гефеста!
Я об этом пожалею. Посмотрим, как спартанцы победят сейчас. Thank you.
Помилуйте, жалкие смертные! Меня, Эмпидокла, не удержать в клетке! Поклонитесь, и я приведу вас к богам! Не нужно крови. Те, кто последует за мной, я представлю братьям и сестрам богам! Не троньте божественную мошонку! Смотрите же, смертные! Узрите мой божественный дар и внемлите мне! Не нужно меня благодарить. Вполне хватит звонкой монеты. Мне? Тебя? Здесь? И без зрителей? Нет, 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 дорогая, так не пойдет. Нашему спектаклю не хватает самого важного — зрителей. Встретимся у моей статуи, там и поговорим. Там, откуда я пришел, все по-другому. Людей не убивают за их веру. Их уважают. Мы уважаем богов, а не тех, кто мнит себя богами. Мир полон вражды, но и любви тоже. Примите меня, и тогда я представлю вас своей семье. Богам! Если бы все голые узники становились богами, пантеон давно бы переполнился. Может, Эмпидокл бог, а может и нет. Но это не он забил юношу насмерть. Я пойду за тобой. Братья, сестры Китеры, за мной! Тем, кто предал Афродиту, не избежать кары. Пусть ты и не веришь, что я бог, Мистия, но в тебе точно есть что-то божественное. Это можно использовать. И труд богов не бесплатен. Конечно. На что еще мне тратить деньги? На одежду? Одежда была бы кстати. Ты боишься моего естества. Но нам нужно обсудить кое-что еще. Помогу. Часто ли выпадает шанс помочь богу? Такому, как я? Никогда. Идем, воительница. Нужно поговорить. Но сперва... Богом краткости тебя не назовешь. Статуя страшно на меня похожа, правда? Страшно, это верно. Нужна помощь? Богам ни к чему помощь! Но все же у меня трудности с братьями и сестрами. С богами? Семейные дела. Когда я прибыл в Китеру, меня бросили в темницу за мою веру. Украли лиловые одежды, и с ними очень ценный диск. Ключ от семейного дома. И ты хочешь вернуть его? Еще бы! Диск — это ключ. Ключ, что отворяет двери к самим богам. Этот диск нужно вернуть мне. Ты сказал, вор перехватил тебя в гавани? Ты знаешь, где он сейчас? Чаще всего он и его стражи грабят тех, кто только прибыл в Китеру. Поищи возле гавани. Боги не стали бы защищать себя при помощи запертой двери. Ты бы видела эту дверь, Мистия! Людям не под силу создать такую красоту. И мои братья, сестры, я слышу, как они зовут меня домой. Расскажи мне про своих братьев и сестер, Эмпидокл. Они любят меня. Ну, вздорны. Изгнали за то, что я ел ягненка. Но, если честно, ягненок стоил того. Боги никого не ждут. С терпением у нас плохо, да. Поможешь? Похоже, диск важен. Найду вора и верну твою пропажу.
Нашла. Воняет, как гнилые пески кишки, но я выгляжу как бог. Какая походка и уверенность. Не зная обратного, решил бы, что в Китере два бога. Я нашла диск. Хвала мне! Я направлял твою руку. Конечно. Встретимся с богами. Я познакомлю тебя с семьей. Конечно, если ты готова к этому. Будет интересно. В этом, милая Мисти, можешь даже не сомневаться. Минутку, я обращусь к зрителям. Ликуйте, ведь я, ваш скромный бог, познакомлю вас со своей роднёй. Афина ждет тебя. Арес хочет увидеть тебя. Много обещаешь. Не веришь мне? Сначала выведи нас к морю. Оно, кстати, за спиной. Как ты смеешь? Я бог! Бог! Кто я? Бог. Убедительно. Наша цель — Каринфский залив и все его тайны. Встретимся там, и ты все увидишь. Там вся твоя родня? Жду не дождусь.